Всем здравствуйте. Сегодня мы чуть-чуть сходим. У меня снулик бесится. Добрый день. Всем добрый день. Мы приехали на свой участок. Вот сегодня мы жгем сухие вот такие вот листочки, которые мы собрали, веточки собрали со своего участочка. Здравствуй, здравствуй, мама. Здравствуй, здравствуй. Скажи здравствуй, Ютуб. Дим. Да, не хочет говорить. Он хулиганит, довольный, что здесь горит костер. Такой хороший день сегодня, обалденный. Вот такое небо, вот такое солнышко сегодня. У нас оливочки поспевают, вот такие вот стали красивые. Становятся черные все. Я собрала сегодня оливки, приеду, закрою их. Вот такие вот черненькие они делаются, вот такие вот. Вот такие вот черненькие они делаются, красивенькие. Скоро они нальются маслом. И после 25 ноября мы будем их собирать. Будем собирать и делать из них маслечко. Вот такие они красивенькие. Вот такие оливочки. Давай. Работает мой сын опять. Пошел брать лопату. Отдал мне свои игрушки, которые у него здесь в мешке. Мы сегодня привезли с собой чуть-чуть колбасочки. И сегодня пожарим на углях. Вот такое маленькое видео нашей работки. Мы чуть-чуть вам засняли. Папочка наша работает. Яшу, баба. Яшу, Ютуб. Яшу, Ютуб. Вон Динус у меня опять же работает. Вот как он лопатой работает ловко. Вот видишь, как он. Вот, давай. Вот так работает ловко лопатой. Он работник у меня. Ох, дым-то туман. Очень пахнет так костром. Ах. Есть у меня свои рабочие блузки. Ты канешь? И пекинды наскабишь? Он говорит, это опасно. Я говорю, ох, 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 туман такой. Эла фигия пуки. Оп. Пойдем посмотрим, что там делается. Ох, вот такой вот костерчик у нас классненький. Наш рожок папочка. Ну все, все, все. Вот такая вот у нас работа. Скоро мы будем их собирать. Наши оливки. Вот они поспевают. Вот они поспевают, поспевают, поспевают. И такие вкусные потом будут. Ну все, всем. Всем-всем пока. Всем-всем пока. Папа, ты лапи юкан нос, па он, па мэ. Фигеме.